6 российских банков отключены от сервисов Visa и MasterCard, сообщили ведомости. Сделали это после того, как во вторник американский Минфин расширил санкции против России. При этом 4 банка попали под санкции, потому что активно работали в Крыму, а 2 имеют отношение к СМП-банку, который под санкциями уже 1,5 года. Отмечу, после первого отключения в 2014 году в нашей стране была запущена национальная система платежных карт, куда и Visa, и MasterCard перевели свой трафик. Так что на этот раз внутри России у владельцев пластика проблем не возникло, а вот за рубежом карты не работают.